Всем привет, с вами мистер Вселенная Алексей Нетесанов. И мне очень приятно в программах показывать других тренеров. Хороших тренеров, топ-тренеров. Не просто тренеров, а еще и чемпионов. Вы уже знаете Сашу Приезжего, он чемпион России у нас. И сегодня он покажет вам программу со своей ученицей Юлией Мининой. Первое наше упражнение – это суперсерия. Мы сейчас будем делать жим гантелями сидя, над головой выжимать. И сразу будем делать махи в стороны с гантельками. Юль, поехали. Своди над затылком. Вот так, опускай. Юль у нас первый раз на съемках, поэтому ей простительно, она может и что-то забыть, и заволноваться. Следующее наше упражнение в нашем с Юлей комплексе – это будет обратное отведение в тренажере для заднедельтовидных мышц. Сейчас Юля вам покажет, как это делается. Давай, поехали. Головой не крути тут, смотри прямо. В заключение на упражнение на комплекс, это у нас следующая суперсерия. Мы будем делать подъемы рук вперед с гантелями и махи в стороны, но по-своему. Юля вам покажет, как мы это будем делать. И поехали. Сначала первое упражнение, подъем рук вперед. Давай. Поднимаешь в сторону, не вперед, а в сторону. Ручка в сторону идет, вот так, да. Мы плечики сделали, теперь у нас идут упражнения на ручки, бицепс и трицепс. Первое упражнение на бицепс мы с ним будем делать, это сгибание стоя с гантельки. Но принцип такой же, как мы на плечах делали. Мы будем держать ручки две в статике, одну работать, потом переходить на другую ручку. И так мы будем делать с ней, набирать 20 раз на руку. И поехали. Плечики вводим назад, стоим ровненько, грудь вперед, давай. 5 раз одной рукой, полную. Мы полностью ручку
не вперед, вот так ловим, а мы опускаем вниз, вверх. Делаем, не торопимся, чтобы контролировать технику и движение. Если мы будем делать очень быстро, мы сядем как на байкерский мотоцикл. Вот так. Держим. Другой 5 раз. Да. Ничего страшного, ничего страшного. Первый раз делать, поэтому тяжело. Можно запутаться. 5 раз. Самое главное считать. Считаю. Да. 4. И 5-й раз. Держим. Давай, другой. Поехали. Следующее наше упражнение на тренировку мышц руки – это трицепс. Сейчас мы будем делать разгибание с головы сидя с гантелькой двумя руками. Опускай чуть ниже. Вот так. Обязательно следим за тем, чтобы мы поднимали гантельку строго вертикально. А то может произойти такая ситуация, что вы поднимете гантельку так вверх, она уйдет сюда, и вы нечаянно так опустите себе по голове. Даже 3 килограмма может причинить очень серьезную травму. В заключение упражнений на руки мы делаем опять суперсерию. Это сгибание рук, стоя с гантельками в стиле молоток и обратное отжимание от скамеечки. Поехали. Делаем. Следим за тем, чтобы у нас во время, когда мы сгибаем ручки, чтобы у нас не было дугообразного движения, вот такого, как Юля сделала только что. Вот так. Всегда у нас вес вертикально подниматься, вот так. Вверх-вниз, вверх-вверх-вниз. Вертикально все должно. И полностью почти выпрямляем ручку, да. Давай, делай. Контроль. Контролируй себя и свое движение. Да, молодец, хорошо. Надеюсь, программа Саши вам понравилась, как всегда, и вы возьмете что-то из этой программы для своего комплекса. Ну а пока, пока. Делай, делай. Ребята снимают, а ты делаешь на массаже. Когда ты быстро делаешь, мне не по кайфу. Она просто уже уснула, это нормально, она просто встала. Как назовем потом этот фильм?